дома она никогда не будет. Это хорошая работа вот для ребят, потому что есть сразу результат. Этот кексик, ты его потом либо кому-то отдал, либо там сам скушал. Мне кажется, что она может устать и не сказать, что она устала. И там ей резко плохо, например, стало. Даже пускай какая-то малюсенькая эта зарплата, но чтобы они знали, что они ее заработали, что они нужны, что они делают нужное дело, что их ждут. Смотри, как по небу птица, как ты улететь, стремится. Хочеться, щоб у нас інвалідів брали роботи не просто для галочки, а для того, щоб це були дійсно робочі місця. Бо такі люди, вони вміють і хочуть працювати часто, але їм не дають в цьому змоги. От я як-то впевнена в ній. От я розумію, що, якщо що, вона розбереться. Їм треба реалізовуватися. Іначе вони просто не станут полноценными членами общества, пока общество не начнет их воспринимать. А воспринимать оно их тоже не начнет всерьез, пока они не будут работать. Замкнутый круг получается. Как бы вы хотели, чтобы к ним относились? В идеале, как в пекарне.